Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим занятие, сидя на полу. Приготовьте свою игрушку. У меня Джерик уже в руках. И мы с вами начинаем! Пошли на месте. А можно добавить. Молодцы! Два, потянулись вверх, оп, подтянули ножки. Два, раз, два, раз, два, еще раз, вытянулись. И ручки приготовили. Достали до носочков и отдохнули. Колени. Носочки потянулись. И сверху. Колени. Два. Три носочки. Еще раз. Два. Потянулись. Опять спрятались, кто может. Вверх поднялись, потянулись. Молодцы. Хорошо. Собрали. Положили игрушку свою. Раз. Два. Перешагнули прямыми ножками. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. А теперь с двумя попробуем. Раз. Две ножки. Молодцы, ой, как постарались наши ножки. А теперь согнули колени и зажали между коленки свою мягкую игрушку, ручки за спинку. И готовились, сейчас будем выполнять следующее упражнение. Приготовились, сейчас будем опускать колени вправо и влево. Раз. Положили ножки. Два. Раз. Два. Раз. Старайтесь удержать игрушку, не уронить. Ой, у меня падает, а у вас? Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ой, вытянули ножки, молодцы. А теперь подняли ручки в стороны. Сейчас будем поднимать ногу и передавать свою игрушку за ручку в другую. Два. Раз подняли. Опустили. Подняли. Опустили. Подняли. Опустили. Подняли. Оставшиеся сейчас попробуют две ножки поднять. Молодцы, я сейчас чуть-чуть отдохну, пошагаем ножками. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдохнули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. А сейчас
Сложите свои ножки произвольно. Подтянули. Положили свою игрушку на ладошки. Мы сейчас с вами немножко потренируемся. Покидаем ее вверх. Невысоко. Невысоко. Поиграйте немножко со своей игрушкой. Вот так. Ваша задача невысоко подбросить и не поймать ее. А пусть невысоко, но поймать ладошки. Вот так. Вот. Молодцы. Умнички. Ну, а теперь поехали. Молодцы. Спасибо вам большое. До новых встреч.